Я думаю, что ничего не изменится, потому что, как вы правильно сказали, бизнес есть бизнес, и наша страна одна из, считается, мировым лидером, да, и она очень большая, и у нее очень много связей в этой сфере, поэтому все те люди, кто заинтересован в бизнесе и связи с Россией, они никуда не денутся. Возможно, да, будут какие-то санкции, там, не знаю, запреты, еще что-то, но это все будет временно, потому что людям нужна пища, людям нужна вода, людям нужна нефть, людям нужен газ, и об этом нельзя не помнить.